В поисках солнечного затмения фанаты пересекают моря и океаны в надежде увидеть уникальное природное явление. Но некоторых ждет разочарование. Даже небольшая облачность может вмиг оборвать начавшуюся пьесу. Сегодня в Москве удивительно ясное, почти безоблачное небо. По всей видимости, столица подготовилась к демонстрации редчайшего шоу, в ходе которого Луна на 2/3 закроет солнечный диск, и на город средь бела дня опустятся сумерки. Смотреть на светило невооруженным глазом – пустое занятие. В 12 часов 24 минуты Луна коснулась диска Солнца. Но без специальных фильтров фазы солнечного затмения рассмотреть невозможно. К счастью, мы имеем опыт наблюдения за полным солнечным затмением в Индонезии, поэтому к моменту максимальной фазы московского затмения закрепили фильтр на объектив камеры. Это и есть максимальная фаза московского солнечного затмения. Время в Москве 13 часов 38 минут. Я сегодня наблюдал солнечное затмение. Там было очень темно. Там вот закрыла Луна закрыла солнышко, сейчас светло, и там вот было темно очень. Там вот это солнышко закрыла Луна. И мы сфотографировали его на камеру там видеонаблюдения.